Я всем короче, и я тут вспомнил, что давно не проходил карты от подписчиков. В принципе, я вспомнил, что у меня есть такой проект. И недавно мне подписчик прислал картку под названием «Азиатские приключения Бади». Короче, все те, кто писал в комментариях, что я похож на корейца, типа, я когда-нибудь запою, типа, и у меня будет свой бенд. Не сегодня. Короче, давайте посмотрим, что за приключения меня ждет в этом азиатском мире. Я сразу вижу азиатские новые жители, и что у нас тут вообще есть? Есть кровать? Замечательно, я посплю. У нас тут есть сундук, в котором 3 яблока, 2 какие-то книжки и меч. Я даже сказал просто какую-то палку похожую, ну ладно, прикольно, прикольно. Но, кстати, посмотрите, какие прикольные текстуры он подобрал для этой карты. Мне, в принципе, нравится, какая тут растительность и так далее. Живые доски, прям как настоящие. Так, ладно, у нас тут есть 2 книжки, и давайте почитаем, начнем с сюжета. Ты обычный житель деревни средних веках. В деревне ходят слухи, что в замке рядом король с помощью демонических сил создал портал в Азию. Теперь им нужен добровольец для прохода через портал. А, так мы не в Азии, что ли? Я готов быть добровольцем. Я понял, окей, давайте почитаем, что тут важно. Заходи везде, собирай все вещи, смотри во все сундуки. Короче, тут правило понятно, понятно, постскриптум. В этой карте есть 2 варианта развития сюжета. Когда пройдешь всю карту, если будет мало, я даже советую, можно пройти карту по-другому. Вот это интересно. Если у нас тут 2 развития событий, хотя я так понял, что они зависят от одного нашего действия, но все равно какая-то вариативность есть, это интересно. Заценим. Так, ну чё, а чего мне вообще начинать? Давайте, наверное, нужно найти нам тот портал, я так понимаю, в котором, может быть, он здесь, который перенесет нас в Азию. Что это? Какие-то тут подъемные ржавые лестницы и... Что у нас тут? Какахи зеленые. Дом с крышей из арбуза, типа, вкусно. О, тут, кстати, какая-то нычка. Если тут тоже какие-то какахи зеленые и голубые. Он сказал, что можно, кстати, во все дома заходить. О, чё это было? Зацените, чё это, серьезно? Какого хрена? А так я еще понял, что мы не в Азии, скорее всего, да? Хотя похоже. Смотрите, какие азиатские обычные домики. Вот, смотрите, тут есть эмираль. Также какие-то какахи. Я надеюсь, они нам понадобятся. Будем брать и обмазываться. Вот, смотрите, какую-то я нашел дорожку. Скорее всего, нам по ней нужно будет идти. И вот, скорее всего, к этому зданию нам и нужно. Не знаю. Смотрите, как тут какой-то портал есть. Закрытая дверь. И, скорее всего, это есть тот портал в Азию. Шикарные двери открываются. Что у нас тут? Просто... Вау! Я становлюсь рыцарем, я так понимаю. Ну, смотрите-ка, приоденемся. Опа! Мне даже лук дали и какой-то... Что это за желтое мясо и зеленая картошка? Спасибо. Тут у нас есть какая-то лестница наверх. Что у нас тут дальше? Можно еще какие-нибудь предметы? Хочу оружие. Или роллов. Лабиринт из невидимых блоков. Или это какая-то невидимая паутина, потому что я сквозь нее просто очень медленно прохожу. А, да, это паутина, потому что я ее не вижу, я понял. Так, текстурки нету. Я все догадался. Какие-то тут не особо сложные, на самом деле, лабиринты. О, паркур, что ли? Спасибо. У нас тут есть какие-то зелья на лауч 2, я так понял, это прыжок. Сейчас узнаю. Смотрите, эти зелья еще пронумерованы, попытка 1, попытка 2, 3, 4, и, скорее всего, мне нужно взять только 4 таких штуки, а если у меня не хватит 4 попытки? Скорее всего, мне не хватит 4 попытки. Ладно, будем разбираться с проблемами по меру их поступления. Все, давайте, первое зелье выпиваем, и я так чувствую, нам нужно будет, да, просто запрыгнуть сюда, уго! Так, а тут что у нас за двери какие-то? Вау, здорово, пацаны, а какахи опять собираю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я сейчас не умру, что? Не, я сдохну, походу. Ура, я снова дома, замечательно. Давайте, ладно, снова идем туда, арбузик захвачу. Ну что, снова вернулся сюда. У меня, кстати, мало попыток осталось. Давайте еще одну зельку-то новую возьмем. Попытка номер 1 снова, это раз. Попытка 2, скорее всего, нам нужно прыгать туда. Смотрите, тут что-то очень много каких-то странных дверей. Ага, удобно, понял. Короче, я так понял, там была троллинг-ловушка, и мне туда не стоит соваться больше. Хотя, скорее всего, мне нужно сразу, наверное, допрыгнуть наверх туда. И я это успешно делал, привет. Тут у нас какой-то несложный, на самом деле, паркур, заберемся. Так, ну все, я тут нажимаю какую-то кнопку, у меня тут поставил спаун-поинт. Ну, короче, пока что несложно. Почти. Так, ну тут дальше идет паркур, я думаю, что дорога до Азии не такая уж и сложная тут. Я, короче, наконец нашел... О, уже ночью. Способ как выйти? Чё это такое? Почему у него меч в жопе? Здоров, чувак! Так, ладно, тут есть сундук. Золотое яблоко, даже 2 штуки. Если моба нет, спавнера какого-то моба. Вау, и хлебушек, спасибо. Чё это за монстр? Я так понял, я, скорее всего, его должен буду убить, но он вроде не особо дерется. Ну-ка, здравствуй. Это какой-то рыцарь, посмотрите. Где Азия? Я его ударить не могу. А, не могу. О, смотрите, с ним даже справляться нужно как-то по-интересному, потому что только тогда, когда он ударил по земле, можно по нему бить и даже, наверное, только по спине. Только один удар прошел. Че? Может, у него стрелами нужно попасть? Не особо что-то. Так, ладно, давай я буду применять свою тактику, которую я сейчас высчитал. Давай, бей пол! Пол твой враг! Ты ошибочку сделал, допустил немножко. Ой, я снова тут. Ну-ка, давай еще раз разберемся. Не попал, все. У меня же есть зелье прыжка, я могу вот так его попробовать выпить и сюда забраться за текстуру. Ого, я читер. Так, смотри, тут какая-то есть табличка. А, на самом деле, смотрите, я вышел куда нужно, прыг в портал. И тут у нас есть...
Pound Point. Так, а... я просто не понял, на самом деле, как убить того чухана. Я вроде как лупасил, но я даже не знаю, сколько у него жизни, делал ли я все правильно. Да господи! Делал ли я все правильно. Ну да ладно, смотрите, а где я вообще теперь появился? Я так понял, автор заранее предусмотрел, что я могу появиться здесь, и он даже проложил дорожку из золота. Спасибо. Лучше я сразу прыгну в портал, потому что его что-то я не понял, как убить. И я так понял, портал вот там, и нужно на него попасть как-то. Ну окей, давайте попробуем это сделать. Он же активировался, да? Он же активирован. Да, кстати. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Я в Китае! Так, ну слушай, тут неплохо, симпатично. Давайте пообщаемся с этой пони. Здорово. Сюда иди. Слушай, нашему городу нужна помощь. Скоро нашу плотину может прорвать, а нашему повелителю все равно на нас. Помоги нам, но учти, что повелитель жестко карает за помощь простым людям. Поможем, мы сможем. Отлично, иди по красной дороге. Все удобно, отлично. Ну, давайте заходим в эти здания, смотрите. Тут есть... Что это вообще такое? Здорово, какой-то бункер. Оу! Тут новая броня какая-то китайская. Мне новая броня не помешает. И даже, смотрите, новый меч, отлично. Нани. Все, я полноценный самурай, отлично. О, смотрите, тут есть какая-то куничева. Это какой-то японец. Как к нему пробраться-то? Тут лежаки всякие, звоночек, динь-дон. Куничева. Хелло, бодивар. Спасибо, я понял. Почему тут голова зята стоит на двери? Ну ладно, она даже не открывается. Вот знаете, есть же такая поговорка, то что вот и что бы ты хорошо не делал, всегда найдется азиат, который это делает лучше тебя. Так вот, этот азиат решил превзойти дверные дырочки, отверстия. О, смотрите, я нашел акулу, бэйби шарк. А что с ней можно сделать? А, я могу ее съесть. Так, ну ладно, я вроде все осмотрел. Мне теперь нужно идти по красной дороге. Правда, я не знаю, как мне эту дверь открыть. Окей. Умный в гору не пойдет, умный шер сейчас сломает. О, все, здравствуйте. Итак, что у нас тут есть? Смотрите-ка, Китай. Какая красота, иду и не могу нарадоваться. Ладно, сейчас будем спасать пони. Вот та самая плотина, я так понял. Тут у нас есть сундук с блоками и... Golden Axe. Так это бассейн какой-то, смотрите, замечательно. А, его прорвало немножко. Я так понял, моя задача просто его заделать, поставить блоки и все, окей, мы с этим справимся, что. Так, я, кстати, все застроил, между прочим. Мне даже не хватило немножко блоков, потому что тут есть еще отверстия, но... А, так они у меня просто не еще были, я понял. Все, два блока мы остальные застраиваем тоже. Че дальше? Мне что-то скажут? Откроется что-то? Я вижу, что тут, скорее всего, нужно поставить какой-то рычаг для того, чтобы открыть дальше дверь, но... А, он у меня, кстати, есть, рычаг для красных... Для красных блоков. Но мне тут синий, ладно, пойдет. Тоже работает. Так, ладно, куда дальше? Я спас планету! Я теперь король азиатов, наверное. Ну, хотя бы пони. О, какой-то домик. Тут какой-то маленький домик с потаемными комнатами. И че тут дальше? О, смотрите, сундук снова какой-то еще броней, причем... Погодите, у меня железная броня, а вы мне предлагаете какую-то эту... Искоровятину, нахрен она нужна? О, роллы, спасибо, он услышал мои молитвы. А, тут у нас паркур. Ну, короче, всем привет. Чё... Чё я? Чё происходит? Какого хрена я... Подождите, я... серьезно? Я какого-то хрена хожу по стенам из-за того, что тут на стенах вот такие вот интересные штуки какие-то поставлены. И, блин, давайте попробуем. Я так понял, просто нужно пробежаться здесь. Вау, это очень прикольно выглядит. Так, ну давайте бежать дальше, что ли. Я себя чувствую, как какой-то паркур игре. Только это какая-то жесть. Ладно, давайте попробуем на F5. Но это, за этим даже интересно наблюдать, посмотрите. Все, я бегу по стенам, класс. Только как что-то я не добежал, походу. Наверное, тут нужно постоянно поддерживать свою, так скажем, вот эту силу. Ай, пол хп осталось. Так, все, бежим, бежим, бежим. Я надеюсь, что с этой попыткой мне все удастся. Я вроде как понял всю суть, как тут бегать. Но это прикольно, на самом деле. Только как выбежать теперь? Я ж потолка чуть не грохнулся. Удобно. Так, ладно, нам нужно, наверное, просто вот так вот моментально выбежать с той дырки. Я прошел, да? Я все сделал, отлично. Просто забираемся наверх. Смотрите, интересно на самом деле паркур. Вот, мне кажется, если вы вдруг еще, во-первых, не знаете, что может присылать карты по ссылке в описании, то делайте это, пожалуйста. Это очень классно, когда кто-то придумает интересные фишки для создания карты. И если вы захотите сделать карту, то не забывайте, чтобы она была реально интересной и отличалась от других. Короче, мне эта фишка зашла. Автору карты прям респект, серьезно, спасибо вот за какое-то такое открытие, потому что я не знал, что такой даже мод есть на Майнкрафт. Ладно, что, идем дальше. Какие-то двери у нас и что это? Картина красота. Так, тут мне, я так понял, еще ждут какие-то испытания. Поднялся я тут наверх, тут здесь какие-то двери. О, тут какой-то дракон, это он разговаривает. О, смотрите, тут за картиной нычка прям в смерть. Так, ну шо, дракон, тоби конец, здорово, блин. Или тебе нужно спасать, что с тобой делать? Тут с ним рядом до хрена сундуков? Возможно, он их охраняет, я подозреваю. Кто-то пьет в гонг и реально разводит меня на драку. Да я уже готов драться, только почему-то я не могу убить этого дракона. Я даже все уж собрал, что с тобой делать? Может, просто еще выше? Это, скорее всего, возможно, его существо, знаете, как в Гарри Поттере. Трехголовая собака стояла, так у нас стоит дракон.
Я слышу, что-то там дальше будет, скорее всего. Так, этот моб, наверное, похлеще. Вау, что это? Это какой-то азиатский босс, посмотрите. Ну, давайте попробуем его просто колотить. И, блин, единственное, что у меня нет спавн-поинта, зато у меня есть золотые яблоки, я, в принципе, могу хавать, и он, смотрите, посильнее будет. Мне нравится, как он выглядит, он реально выглядит необычно. На нем какая-то есть маска, и он чем-то кидается. Но я так и не понял, какую к нему тактику применять, потому что я просто могу подходить его и бить, и, в принципе, у меня все получается. А! Какого хрена изо рта луч-то? Он еще и поджег меня. Так, ладно, я надеюсь, что я смогу-то убить его своими вещами. Да, отлично. Тут у нас появилась кнопка, я могу пройти дальше, и че? Что произошло? Я упал в смерть. Есть. Может, так и должно было быть, я не знаю. Тут, скорее всего, нужно подняться будет просто наверх. Удобно. Так, прыг. А куда мне прыгать-то, я не понимаю. Ну, может быть, попробовать прыгнуть отсюда, и там тоже будет какой-то портал. О, портал в ад. Так, короче, я решил попробовать прыгнуть сюда, и вроде как тут мы не были, потому что мы были за той стеной, и у нас сюда прохода, просто говоря, не было. Тут тоже двери. Какая-то хрень, что это было? О, тут еще раз поняшка, смотрите-ка. Привет, еще раз. Прошлые обиды забыты. Мой сундук упал. Сможешь достать из него вещи? Какие обиды? Стой, я помог вам и... Так, а тут какой-то проход есть и что? Ага, попался, это была собственность повелителя. Зря ты это сделал, теперь ты в бегах, повелитель скоро приедет сюда, надо было нам помочь. Я не понял ничего. Обожаю такие карты. Ну ладно, гемот один прохожу. О, смотрите-ка, тут есть даже какая-то книжечка. Давайте ее почитаем и захватим с собой мороженое. Теперь повелитель хочет тебя убить. Ты должен сделать это первым, доберись до него, он находится на самом верху башни. Я его убил какого-то хрена же, нет? Так, я, наверное, что-то не понимаю, но... Может, еще какого-то повелителя нам нужно будет убить? Предположим. Короче, я как бы не лазил, но что-то концовки я так и не нашел. Но я так понял, мы одну из концовок прошли и даже каким-то образом задели вторую. Вообще, на самом деле, карта интересная, и я хочу попробовать кое-что. Кто-то скажет банально, но нет, я начинал первые свои прохождения карты именно с этого. Да и вы просили в комментариях. Ну а чё, я вам откажу? Ну ладно, я сам люблю бабахи. Ну ладно, с конца будет цепная реакция, надеюсь. Давайте посмотрим, что произойдет. Пах, трах, тебе... Все взорвется. Нет, почему? Я думаю, что на этом можно будет закончить. Я надеюсь, что вам карта понравилась. Давно их не было, карт на прохождении. Вы, если что, можете по ссылке в описании присылать и свои карты. Если вам понравилось видео, влепите лайк, пишите свой комментарий, подписывайтесь на канал и делайте все, что вы так любите. Ну что ж, друзья, с вами был я, Бадди. Всем удачи и всем пока!